Ну вот, только выехали из со своей улицы, где наш домик, а тут оказалось, что нашу именно улицу перекрыли с двух сторон, и теперь вот в объезд приходится пролазить. Чтоб никто нас сейчас не поцеловал. Ну да, долариками придется. Сегодня у нас большое путешествие намечается. Сначала сейчас шушанье перед баром. Заберем для Вивьен платьишки. Надеюсь, мы найдем эту тетю, где она там спряталась. Потом едем к друзьям, а потом еще куда-то. Ну, короче, все по порядку. Буду снимать. Ну все, начали. Вивьеночка пока в хорошем настроении с Кисей, своим другом. Надеюсь, сегодня она будет и так и дальше тихонько проводить. Да? Мяу! Кися с тобой, да? Кисенька! Мое любимое место здесь. А? Живописные горы. Да. Так хочется сюда приехать порисовать. Может, когда-нибудь получится, если мы еще здесь будем. Кстати, вот и замок даже. Поднимаемся все выше в горы. А тут домики красивые. Это заброшенная дорога, которая выглядит лучше, чем наши украинские. Да, кстати, вроде как заброшенная дорога, но реально. Со знаками расчерчено, и есть некоторые выбоины, да, но дорога вот. Ну, кому-то сейчас уже все равно на это все. Наша маленькая принцессочка подукачалась. Вот мы доехали на первую такую промежуточную смотровую. Мы сейчас вот в горах. Не знаю, какая тут высота, но вон огромное Скадарское озеро. Вот там вот вдалеке видно Албания. А здесь, ну, здесь горы. Вон мы оттуда поднимались. Весна, конечно, расцветает, все зелененькое, красивое. И напомню, это заброшенная дорога. Вот так вот выглядит. Там Вивьен в машинке спит. Пока что. Вон, смотрите, какая гора сверху. Круто, очень круто. И вот, да, даже старая дорога, вот сеткой вся закрыта, чтобы ничего на дорогу не сыпалось. Тут, наверное, не видно, а может и видно. Ну, короче, здорово, очень здорово. Тут можно перейти вот так вот, вот так вот. И это все надстроенный такой мостик. Катя довольна. В Черногории, конечно, нужна машина, чтобы увидеть все эти прекрасные места. Семейный привал. Делим на всех один стаканчик йогурта. Вивьен, отошли от йогуртика. Вивьен сразу нервничает. Ты только что съела свою храму. Ложечку. Дочке ложечку папе. Ложечку маме. Ну что, папа тоже ест, Вивьен. Bye.
Вивьен, заказывай, что будешь? Вивьен, как дела? Что? Что будешь, Вивьен? Я-то думал, вы вот, ругаешься на меня. Я-то думал, вы часов в 10 приедете, в 11. А сейчас сколько? Сейчас ты мне что сказал? Сказал в 20. Ты сказал, в 11 меня будешь отвозить Аню, и до 11 вы там будете что-то, я так понял. Ну, окей. Ну, вот. А мы ехали, мы думали, не будет пробок. Мы там 20 минут, там постояли. Да, понимаю. Итак, дорогие друзья, мы приехали в Катор, город, который я давно мечтал посетить днем. Мы тут были только ночью, и вот наконец-то мы прибыли сюда днем. Смотрите, это вот все бухта. Вот такой город находится вот в таких, в окружении вот такой, вот таких вот гор. Гор и, ну, на самом деле, памятники тут. Вивьен у меня тут, машинка выезжает. Так вот, и мы сейчас поползем вот туда на гору, там наверху крепость. Мы сейчас туда поползем. Вивьен тут что-то хочет пойти. А вот это дом художников, прямо на берегу, большой дом художников. И, короче, арт, Дуклей арт комьюнити. Вот там вот. И они там, короче, тусят. Мы, может, когда-нибудь с Катей туда тоже переберемся. В дом художников. Все? Айда! Пока Катя увлеклась цветами, я увлекся такой лавочкой. Лавочка размером с Катю. Я что-то не думала, что она такая огромная. Огромная лавочка. Да, заходим в старый город и идем на крепость. В старом городе мы уже гуляли, правда, вечером. Да, на Рождество. Но сейчас пойдем дальше. Хочу пока. Ася. Все говорят, да. Да, тут куча. Все, идем туда. Мы начали наш путь на крепость. Фух, ну короче, там очень высоко. Мы поравняемся аж с той горой. И все это будет по ступенькам. Так что увидимся наверху. Совсем чуть-чуть поднялись, и мы уже открывается красота старого города. Конечно, прям очень красиво. Вон Катя наша. Путешественница тоже идет. Очень красиво. Да, там такой аромат. Да. Все немного тяжелее, чем думалось. И мы еще не поднялись, но вид там сзади очень красивый. Но ножки... Одноразовый подъем. Дальше надо бочка, чтобы была какая-то, и скидываться просто по склону. Потому что это обратно спуститься нереально. Особенно если присесть, то это все. Так что мы будем там перекусывать стоя. Иначе это... Ну вот мы уже почти поднялись. Вот она, крепость. Вон там флаг черногорский. Вон там что-то отреставрированное дальше. И вот такой вот у нас вид. Очень красиво. Очень классно и красиво. Ой, нету бортика, можно упасть. Так что наверху увидимся. Короче, мы гуляем. Гуляем. Тут вход в другой мир. Я туда не полезу, сегодня. Тут узенькая дверца. На, классно. Она уже снимает. Вот она, что там? Там еще какая-то старинная постройка. Вот она. Но там такое ущелье какое-то еще. Так красиво, и тут вот стена этой крепости еще. Давай, у меня уже рука трусится, я уже устала. Я вид сниму отсюда. Вот так. Круто очень. Представьте, это все. Такой сквознячок. Да, это все у нас ущелье в горах вот этих больших. И мы вот наверху. Вон внизу старый город. Ну, короче, да. Ну, такое, не знаю, видео, наверное, будет очень огромное. Но что имеем, то имеем. Интересно. Вид. Правда, яхты такие, еще не заходят. Но... Вот. Все. Вход. Вход. Там флаг. Макушка. Мы зашли на макушку. Мы тут. Хочешь приехать на экстремальный мостик? Какой? Висячий, надо. Нет, уже поздно. Нет. Уже
Вот. Короче, мы забрались на макушке. Идем. Ой, тут все разваливается на самом деле. Да. Пол прогнутый. Ну, мы что, не боимся? Мы идем на самую макушку. И галочку можно ставить. Победили. Вон лев какой-то. Сектантские какие-то крестики еще. Да. Я залажу. Давай. Ура. Пришли. Да. Там вот люди в палатках живут. Вообще молодцы. Ура. Флаг. Флаг и самая макушка. Ой. Фух. Мы это сделали. Надо его своровать. Ну, мы туда наверх самый не полезу. Я уже заманался, честно говоря. Не хватает тренировки моей трейдерской попе. Просто не хватает. Много я сижу. Красиво. Сделали. Все. Мы спускаемся по этим ступенечкам. Евген еще спит. И спускаться напряжение не меньше, чем подниматься. Ну, красота. Просто красота. Весь город просто как очень красиво. Да. Леша решил испытать мега огромную скамейку. Даже огромный Леша кажется малепузькой по сравнению с ней. Привет! Привет, как успе! Добро спала! Лепа! Идем дальше. Да.